Ну а теперь давайте поаплодируем российским мужчинам, потому что размер их достоинства вырос за год почти на миллиметр. В среднем до 13,3 сантиметра. Вы чувствуете, что у нас все мужчины-операторы работают в студии? Вот такие цифры приводят, что удивительно, британские исследователи из Ольстерского университета, которые умудрились провести замеры мужских половых органов по всему миру. Вот и ходи с незнакомыми людьми, потом в баню париться. Вот средний размер. Ну вот, как раз-таки в группе середнячков, действительно, средний размер, наравне с россиянами оказались и жители Австралии, и немного, на 3 миллиметра, отстают американцы. Отличились наши ближайшие соседи. Белорусы. Их результат 14,63 сантиметра. Первое место в рейтинге заняли мужчины Демократической Республики Конго с их средним показателем 18 сантиметров. Больше всего им могут позавидовать жители Корейского полуострова, Индии и Таиланда, где размер мужского достоинства в среднем составил около 10 сантиметров.